Добро пожаловать на канал Фан-клуб Total War. Микрофон на Кос. Мы продолжаем с вами прохождение за королевство Франции в игре Империя Тотальная Война. Это уже 25-я серия, 80-й ход. И вот прошлую серию мы оборвали как раз на этом событии. Вылазку делаем. Вылазку делаем на осадившие нас войска Маратхи. Погода так себе. Туманчик. Мы видим зону, где будут находиться вражеские войска. То есть она достаточно компактно нам показана. А я, конечно же, буду делать полноценную вылазку. Но здесь я расположу свои полки. Коломба. Составить левое крыло. Вот, правое крыло составит полк Тринкамали. Так, кавалерию спрячу. Вот так вот. И гарнизонные вот эти отряды расположу вот здесь, чтобы они тут осуществляли поддержку орудий форта. Вот так вот. Ну и генерала расположу здесь. Ну погнали. Была у них артиллерия или нет? Не видно. Так, нас атакуют всадники верблюдов. По-моему, не стрелковые, можно было в каре встать, но мы и так неплохо пощипали. Беру пока отсюда кавалерию. Так, провожаю верблюдов. А, там у них мортиры есть, точно, все. Привыкаем к этой форме. Выйдем вот такие войска. Реальные. Белые шляпы, все мундиры. Так, здесь разобрались. Thank you.
было по стрелкам. По конным стрелкам. Огонь-то. Так будет долго перестрелку вести. Так, вы вот здесь заходите. Пожалуй, сюда пойдет. Каре. Ух ты. Надо на выручку идти. Первому батальону Никомали топчут сводники нашу походу. Ну тоже встали в коры, по-моему. Чё ж по словам не стреляют? Странно, почему не стреляет, без зарядки идет. Так, слонов постреляли. Все, это победа. Встретимся на глобальной карте. Так, потеряли мы 314 человек. Индусы потеряли 750. Но это было боевое крещение. Слушайте, Джайанил Рават выжил. Фух, шасселе! Виктуар! Да елки-палки, откуда такие потери, а? Трупы! Ну уж больно не хотелось мне это все вручную проводить. Так, ну вот, крещение огнем прошел наш Николя де Арнавиль. Простой работяга, командование во время штурма плюс один. Надежный генерал, без всего. А упоминается в заметках. Боевой дух плюс один. На следующий ход будут здесь пушки. Нам заблокировали. Так, ну это Майсур. Да. Они просто пришли поглазеть. Поглядеть. Была где-то большая армия, куда она растворилась, непонятно.
Вот, а силы иностранного легиона будут защищать Каликут. Тут один отряд покосанный. Солидно аримы, капитан. Сколько на следующий ход у нас доход? 5700. Приемлемо. Так, война у нас с Австрией. Будет весело. Сейчас еще и Британия объявит войну. Вполне допускаю. Австрии нужно быстро принудить к миру. Не хочется мне Прагу у них забирать. Вот никак не хочется. Просто хочу их разбить, забрать Прагу и им вернуть эту Прагу вместе с Силезией. Пускай они умиротворяются. Так. Сдаем ход. Подрежу. Вот интересный момент. Они сами предлагают нам мир за Саксонию. Ну, давайте поторгуемся. Это в переход хода произошло. Мы им еще право прохода и торговлю. Будет? Ну да. Все, поход на Прагу отменяется. Впрочем, как и атака на австрийский флот, имперский флот. Так, ладно, подрежу. Так, ну что произошло за переход хода? Так, во-первых, у нас тут кто-то что-то заблокировано. Это ладно, это какая-то ерунда. А во-первых, австрийцы пошли в атаку на Польшу после того, как мы им отдали Бреславу, да? И разбили тут передовые части поляков. Не знаю, насколько они в силе. Вот такие войска здесь у них. Даже гренадеры есть. Венгерские гренадеры. Гренадеры есть и у поляков. Ну, это наверняка свежие войска. Я с ними точно не встречался. Но какие-то здесь есть и покоцанные. Плюс при переходе хода я потопил один шлюп. Вернее, захватил один шлюп. Маратхи, он здесь проплывал. Так. Давайте починим корабли в Коломбо. Потому что здесь могут выбить нас. Здесь гарантированно они починятся. Так, здесь наконец-то есть артиллерия. Так, я ее назвал по названию города, где сформирована эта батарея. Значит, первая Аркотская батарея и вторая. Вот здесь у нас идет пополнение. Так, ну давайте читать это было. С Австрией у нас подписан мир. В Карнатике что-то там сломалось. Ага. Ну это ладно. Появился, кстати, вот армия, которую я потерял. А votre service. Votre volonté. Так, что еще? Ну пока не будем их атаковать. Хотя, конечно, пускай стоят в крепости. Так, приют. Вифезда. Что за пизда, блядь? 20-летний евангелийский проповедник Джордж... А, 25-летний евангелийский проповедник Джордж Уайтфилд подал прекрасный пример христианской добродетели, основав сиротский приют Фивезда. О, Фивезда. Не, Вивезда. Тьфу, блин. Вивезда. К северу от Саванны, Джорджия. Вифезда. Вот. Блядь, почему я не могу прочитать это слово, не могу понять. Короче, вот эта пизда, блядь, что значит дом милосердия, станет домом для бедных сирот, где их будут растить в атмосфере труда, дисциплины и благочестия. Детей обучат ремеслам, чтобы во взрослой жизни они преуспели занятиях, земледелием и ткачеством. Деньги на покупку участка площадью в 500 акров
собраны благодаря частным пожертвованиям. Часть составили сбережения собрания. В Джорджии нелегко осуществлять подобные замыслы ввиду немногочисленного населения, но Уайтфилд – человек слова, особенно когда доходит до распределения пожертвования, поэтому он с энтузиазмом взялся за это дело. Хрень какая-то, можно было не читать. Так, много чего построилось. Значит, Тринкомали построилась школа строевой подготовки. Это нам дают гренадеров. И тут еще можно построить военную академию, что даст нам... Ага, можем генералов здесь нанимать. И появится индийская кавалерия. Ну да ладно. Ладно. Так. Нанимаем два отряда гренадеров. Пока этого будет достаточно. Деньги не тратим. Так, что там еще было? Бранденбурге, да, мы в Магдебурге построили ремесленную мастерскую, но тут уже доход будет выше за счет нее. Вот такой. Так. Что там еще? Там же дороги построились. Щебеночные. Так, тут у нас построился, соответственно, магистрат на резиденцию губернатора. Ну, вот эти здания я не буду читать. Там ничего интересного. У них в описании нету. Тем более, когда за Россию проходили, я их все читал. Ну, там тоже много чего читал, но не все. Так. Ага, это рудники. Железные рудники с паровыми насосами. А, Монт-Лурье. Угу. Хлопковая плантация. И дом ткача построился. Вот здесь. А, форт Фронтенак. Прибыли корабли на охранение нашей торговой флотилии. Я, кстати, убрал этот сабмот на корабли. Поставил другой, но что-то непонятная какая-то с ним хрень. Если кидаешь этот пак в папку с датой, да, то вылет. Ну, то есть, нельзя, короче, зайти в морские сражения. Если в корневую папку, как пишут при установке, а в корневую папку мод обычно, ну, вот у меня график пак ставит корневой, а остальные моды все в дату. Ну, короче, если кидаешь в корневую просто папку, не в папку дата, да, а вот в корневую папку общую игры, вообще никаких изменений не видно. Я не понял, что это за херня. Вот. Этот мод нетрудно найти, а мод DB. Но он все равно не рабочий, короче. Я не знаю, в чем там дело. Короче, я оставил ванильные текстуры кораблей. Потому что этот бак с этими натяжными какими-то веревочками, я не знаю, короче... Он стал чаще появляться. Надеюсь, его больше не будет. Но как бы это все перекрывает всю красоту визуальную кораблей. Так, ну все, все посмотрели. Давайте сначала Европу посмотрим. Значит, а, я отдал не Силезию, я отдал Саксонию. Блин, точно. Саксонию я отдал. Но она не очень богатая была на самом деле. Так, я отдал Саксонию. Так. Давай мы Силезию отдадим австрийцам. Да нахер нам нужна область? Силезия. Зажигательные ядра. Вот на все вот эти технологии. А она вам не нужна, что ли? Я не могу понять. Ну-ка, Бавария.
У нас еще есть тут Вюртемберг. Максимилиан, что скажешь? О! Так, у нас... Сейчас, подожди, отложим пока. У нас какие там изучения идут? Как раз исследуется штыковая вот эта атака, да? Упражнение со штыком. Три хода осталось. Ага, запомним это. Ну, вот это лайма, понятно. Это тоже понятно. Так, давай, значит, область Силезия. Зажигательные ядра. Стрелой шаг. Вот это. На трех хватит технологий. Не нужна никому Силезия, получается, да? Ну ладно, я себе ее оставлю. Какой-никакой она дает доход. Да даже очень какой. Вот этот гарнизон. Мы отправим в Силезию. Марше! Вот, армию Жан-Фалье мы отправим на... Ну вообще я иду на Пруссию, я хочу решить выход в море Польшу. Все. Oui? Вас, наверное, замедляют орудия. Prêt à recevoir vos ordres. Oui, milord. Да, орудие сюда. À vos ordres. En avant. Immédiatement. Все, Силезию будут охранять. Гаврский полк. Ну вот, Кёльнский полк охраняет Берлин. Ну, замечательно. Все отлично. Вот, берем Гданьск и потом на Кёнигсберг. И все. И война с Польшей, считай, закончилась. Я так понимаю, Россия с Польшей, что ли, воюет? Ну точно, посмотрите. Они у них забрали Беларусь и Волынь. Они у них забрали Вильнюс. Нормально мы так успокоили, да? А Галиция и Подоле тоже за Россию. Ну, тут будет, мне кажется, будет противостояние Австрии не только с османами, но и с Россией, как мне кажется. А может быть и нет. Ну, шведы тут тоже. А, Курляндию они точно снесут. Приструнили мы, да? Может быть... Может быть, знаете что? Может быть, не стоит Польшу добивать? Мне вот такая мысль пришла. Месье. Ну-ка, дай-ка я поговорю с поляками. Значит, требуем право прохода, мир, зажигательные ядра, строевой шаг, существенная мелиорация, торговлю не предлагаем. А кто отступил? А, просто дорога перекрыта. Хорошо. А, подписали мы мир с Польшей. Пускай. Я просто не увидел, что восточные земли Польши и Литвы, да, были атакованы Россией. Пускай они тут мочатся. Короче, вот эти гарнизоны немецкие я оставляю здесь. Я получил право прохода. Соответственно, давайте идти к Адриатике. И здесь сядем на флот и поплывем всей вот этой могучей армией, да?
на помощь османам по борьбе с Маратха. Будем здесь воевать с самой нашей крутой армией. Мы ее усилим, конечно же. Вот этими гренадерами, короче. Да, этих сил сдерживания у меня вполне хватит. Вот так вот мы разыграли вот эту карту. Ну, начнется что-то здесь в чью-то сторону качаться, равновесие, мы подключимся. Вот. Чувствую, сейчас Британию война будет. К этой войне я вполне себе готов. Они, кстати, тоже. Главное то, что мы навели порядок в Виргинии. Ну-ка, если я выведу полки. Хорошо. Великолепно. Все. В принципе. Здесь единственное, что можно было бы еще разжиться на орудие. Давайте так и сделаем. Ну и, собственно, все. Так. Я хочу заложить еще несколько военных кораблей. Но мы это сделаем на следующий ход. Я их отправлю в Индийский океан, наверное, скорее всего. Не-не-не, их нужно отправлять. Вообще, мощная эскадра была замечена уже в той локации. Здесь что стоит? Здесь ерунда все, да? Короче, деньги я оставлю. Я хочу заложить флот. Здесь и здесь. Из них соткать одну целую эскадру и отправить ее в североамериканскую локацию. Так, давай в Индию. Ну, здесь мы пополняемся. Здесь пополнение идет. Здесь гренадеры. Здесь тоже надо пополнение поставить. Так. Побольше бы здесь, конечно, пушек. Ну ладно, я не хочу деньги больше тратить. Все, сдаю ход. На паузе. Так, опять мне пираты блокируют порт. Нет, это не пираты. Это Брик Айрават. Блин, он нормально денег не сбил. Странно, что не сработал перехват. Я бы с ним сразился. Почему? Непонятно. Карнатики восстание. А, вот они. Угу. Ну, еще что примечательно, шведы неожиданно забрали себе Саксонию. Они пришли из Ганновера и разбили австрийцев. Надо сказать, что это было не единственным несчастьем австрийской короны. Также их армия получила поражение где-то в районе Лодзи. Их поляки контратаковали и успешно достаточно. Так что, возможно, проблемы только начинаются у Австрии. Так, значит... Ну, мы тем временем выводим нашу основную армию. Ну, где мы ее будем забирать? Ближайший путь сюда долго, да? Давай, короче, до Риеки. Флот вас здесь уже ждет. Тяжелых гренадеров. Тоже отдадим.
Вот это все поедет воевать с Маратха. Так. Соответственно, наши шпионы. Que voulez-vous? Votre volonté? Подсветят. Ну, где нам лучше всего? Наверное, в Сирии лучше всего будет высадиться. Потому что я увидел тут в районе Багдада, по-моему, сколько войск. А тут же надо это все посмотреть, логистику, как мы будем двигаться. Вот, наверное, по этой дороге будем двигаться. Она... А здесь нету дороги, да? Получается. Je ne peux pas faire cela. Но есть переход. Так, как, что за новости у нас? Давайте смотреть. Штетин, это Бранденбург. Ага. Давайте здесь тоже на порядок. Все-таки это наш финансовый центр. Один из финансовых центров. Но судите сами, Бранденбург дает 2800. Париж, самая большая локация, да, в Европе, дает 3400. Это же вообще... Надо, чтобы там был порядок. Форт Дюкси. Земля алганкинов. Католицизм. Ну вот хочется, конечно, ремесленные мастерские. Возможно, здесь нужен будет порядок. Давайте на порядок. Там мы сейчас что-то переделаем. Железная рука. Матье Даррелл. Степень довольства низшие слои минус 2. Управление судебной системой плюс 2. Степень довольства средний слой плюс 1. Матье Даррелл. Это здесь кто-то. Да, это наш министр юстиции. Джордж Таун. Пожалуйста. Строим. Да, театр в Карнатике. Поздно уже. В Монреале улучшили постройку главную. Так, это, видимо, да. Это наш адмирал приплыл. Как он, блин, отстал, непонятно. Охраняем, короче. Так, на Цейлоне. Сейчас я на паузе назову гренадеров. Так, ну я их назвал, соответственно, как и полки, Тринкомали и Коломбо. Так. Мы сейчас будем разбивать вот эту армию, это однозначно. Так, это я на паузе разобью. Ils iront rejoindre les poissons. Ура! Так, 700 монет заработали. Lancez des ordres. Не будем убирать их в порт. À vos ordres. Ordre du navire, капитан. Будем охранять Каликут. Тут хороший доход идет. Так, надо разбить вот этот отряд. Préparez-vous!
Маршей! Я думаю, тоже это не буду снимать. Тут очень слабенький отряд. Так что увидимся после боя. Так, в этой битве я потерял 106 человек. Ну, почти всех. Индусы потеряли. Ничем не примечательный бой. Были подкрепления гренадеры, они шли там по дороге, ведущей к моей позиции, и были атакованы кавалерией, поэтому есть некоторые потери. Ну, поправим это дело, конечно. Вот. Я думаю, что... определенно нужно еще две батареи для эффективной... эффективного ведения войны здесь. Вот, это по-любому. Тут еще вот эта армия, она так и стоит. Вот, и сипаев наймем и переправим на следующий ход, чтобы они несли гарнизонную службу в Аркоте. То есть, как я и говорил, я буду тех и других нанимать, чисто для разнообразия. Конечно, статы мы сравнивали, они разные. Ну, меткость на десятку меньше, да? Потом, перезарядка чуть быстрее колониальной пехоты. Что еще? Ближний бой на 2 пункта меньше, да, у сипаев. Натиск на 1, ну это не так важно. Оборона на 3 пункта. Боевой дух идентичен у них. Чуть дешевле они на 20 ливров в содержании и чуть дешевле в найме. По способностям вообще никакой разницы нет. Могли бы, конечно, сипаем чего-нибудь такого дать. Что-то отличительное, да? Но тем не менее, я их найму. Так. И, соответственно, нужно уже задуматься о том, чтобы двигаться вперед. Где-то занимать оборону на более дальних рубежах от нашего столицы Карнатика. Personne ne saura. Je surveille vos ennemis. Да, они сюда стягивают войска. Ну ничего, мы будем с двух сторон скоро воевать. Так, растаскивать, так сказать, силы. Ну, они сильны, сильны. Посмотрите, вся Индия принадлежит. Так. В Индии, пожалуй, все. В Европе мы тоже походили. В Америке можно тоже потратиться. А, я хотел флот заложить, да? Я все потратил. Ну давайте на следующий ход тогда. Ставлю. Хотел поставить на паузу, но не успел. Великобритания может затащить Австрию в войну опять. А, мы никого звать не будем. Боже упаси. Да, Австрия отказала. Ну все, сейчас начнется. Да, будем смотреть переход. Во-первых, будет десант. Скорее всего, на десант будет на Ньюфаундленд. Так, это что такое? Будет мега-штурм Анаполиса. У них, посмотрите, в Филадельфии сидит целый стек. И нас штурмует целый стек. Ну, посмотрим, посмотрим. Встретимся на тактической карте. Так, ну я расставился. Надеюсь, у них подкрепление будет идти так вот, как по карте и было. То есть со спины их, с тыла, с тыловой части. Так, ну как я построился? Правое крыло Квебек. Полк. Здесь у них одна батарея. Ну и левое крыло Мориаль.
лучшие мои полки в Северной Америке. Дольше их только воевал иностранный легион. То есть будет две волны атаки. Еще бой, конечно, предстоит серьезный. Двукратное преимущество британцев, и там достаточно качественные войска. Главное, чтобы они как-то не растягивали мой фронт. Интересно, они тут спрячутся, нет? Так, ну я подрежу до того времени, пока что-то будет происходить, да? Не будет что-то происходить. Британцы построились, достаточно организованно ведут линию своего атаку. Активно они обстреливают мои позиции. Я особо не отвечаю, потому что уже готовлюсь к движению к берегу, заряд. Видите, я еще усилил как свою артиллерию. Защитил я от прямого удара кавалерии. Рогатинка, как называется. Пошла атака. Эти будут стрелять. Дистанционный бой. Не боимся. Гренадеры. Британских гренадеров, по-моему, первый раз. Как тот они без прикрытия, да, пустили свою пехоту, в очередной раз глупости делают. Ай. Сейчас начнем их уже почивать. Картечью. Вот это отлично был выстрел. Отлично. Легко отбиваем первую атаку. Конечно, защитное сооружение помогает избежать больших потерь. Смотрите, перестрелка идет, все решит счет потерял.
Так, вижу цель для своей кавалерии. Эх, убили моего генерала, посмотрите, как удачно выстрелили. Красота. Собираем их конную артиллерию. Ну, сейчас к ним будут эти подкрепления. Пока не вижу откуда. Главное, чтобы здесь было все без неожиданностей. Так, колониально повалили на полную артиллерию британцев. Так, посмотри, что. Так, погиб и их капитан. Так. Уходим. Так, ну, малой крови. Малой крови мы отбились. По артиллерии вообще потери нету, я смотрю. Медом обмазаны у них, для них охрана полководца. Так, следопыты Роджера, это же не так больно. Пошли их возьмем потихонечку. Будет массированная сейчас атака. Помогайте на эту земную кавалерию. Прям попали под картечный скрещенный огонь. Блин, охранение, смотрю, появилось. Давай вернем кавалерию, она нам вообще пригодится. Я так понимаю, это прибывает подкрепление. Не могу понять, где же у них точка, с которой они идут. А, вот здесь. Да, они сразу, видите, свою кавалерию пускают в бой. Ну так, подкрепление у них выстроено. Сначала идет конница, потом идет артиллерия, потом уже пехота. Так, стрелков мочим. Так, оставить среду. Еще стрелки, да? Да, сколько же британцев здесь положат сил. Там вообще все побережье откроют для меня. Это даже хорошо, что они так отважились двумя стеками атаковать. Потому что я же в отличной позиции. Я мог построить. Это же штурм города. Просто без стен. А куда же здесь артиллерия-то делась?
переместилась. Так, все, не стреляем. Ну что, подрежу, тут уже, наверное, мало чего интересного. Что будет интересно, включу. Включил камеру, пока что, ну, перемалываю, вернее, подходящие английские, британские силы. Итак, ну, они подходят разрозненно, видите, вот они. Как вот они идут, подкрепление, так сразу бросают бой. Кавалерию практически всю, туземную, да, только туземную кавалерию они почти слили. Осталось совсем чуть-чуть, даже кто-то в дом залез, интересно, кто. Ага, офигеть. Ну, вот так вот я систематически их уничтожаю. Подходит, уничтожаю, подходит, уничтожаю. Но опять же, будет что интересное, включу. Не вижу смысла время тратить. Ну, в общем, вот результаты этой сумасшедшей битвы. Британцев было, кстати, 3152. Это не в два раза больше, но тем не менее. У них очень много было артиллерии и кавалерии. 1720 это французские силы. Ну и вот что осталось. Двух стеков. Британцев 355. Мы же при этом... Не, осталось 655. Мы при этом же как бы численность свою внушительную сохранили. Потеряли 377 французов. Ну и как бы преимущество сразу сошло на нет британское. Так. Ага, они решили в Новой Англии высадить эти силы, а Ньюфал не поплыли. Ну и зря. Ну, произошла катастрофа. Поэтому решили усилить. Так поляки периодически навешивают австрийцам. Может, думаю, отключить. Тут на переходе хода у меня случился один бой морской. Я его не стал снимать. Там один был бриг или шлюп маратхи. Ну вот, второй перехват. Тут уже покрупнее флот. Ну, наверное, что-то сниму. Встретимся на поле сражения. Так, ну я построил корабли. Впереди пятерка, линию составляют линейные корабли. Иду на сближение, вот, видите, вернул корабли, модельки. Скины старые, короче, но оригинальные. Ну, тоже неплохо, все-таки график мод стоит. Текстуры, сами видите, высокого качества. Ну вот пятерочка, и здесь уже видим на мысу французское дело. Русак, ну, не знаю, нет, дело. Поставил я в нем не вижу. Так, давай подрезать колонну. Чуть-чуть меняем курс. Прям по ветру сейчас пойдем. Так, впереди идет корабль 6-го ранга. Так, стрельба по приказу. Важно его подрезать. Давай.
подрезай его, подрезай. Убей, пока парус не сложил. Так, поздно. Ставь картечь. Две шестерки, да, вот они как раз возглавляли всю эту колонну. Такое красивое название, триколор. Ну, явно название республиканское. Шестерка-то все не сдается. Все. Упаковали. Так, этого мы обездвижили. Теперь на карте еще.
мари. Да, у какая упертая. Так, что осталось? Где пятерка? Встретимся на глобальной карте. Ну вот такой улов. 3746. И еще было где-то 700 ливров до этого за кораблик. Забираю, конечно, все. Пока я у Маратхи не вижу линейные корабли, и это радует. Вот, пришли. Сами пришли. Ну дадим им, конечно же, плевое сражение. Вот он, британский флот. Так. С Великобританией, да, мы больше не торгуем. Смерть Вивальди. Великий итальянский композитор Антонио Вивальди скончался в 63 года после приступа внутреннего жара, от которого он страдал всю жизнь. Вследствие экономического упадка на его родине, Венеции, в последнее время снизился спрос на барочную музыку. Вивальди, узнав, что император ценит искусство, переселился в Вену. Распродав почти все свое имущество и многие рукописи, Вивальди отправился из Венеции в Вену, надеясь добиться покровительства императора и разрешения на постановку новых опер. Увы, преждевременная смерть помешала ему. Композитора похоронили у Карлскирхе в Вене. За свою жизнь Вивальди сочинил около 700 музыкальных произведений, самые известные из которых — цикл «Времена года». Мы про это уже читали. Так, а что здесь? Естественные причины. Джон Лоу, дворянин. Во. Скорость упала, наверное. Изучение. Ну, появится новый. Да, генерал у нас погиб. Сразу же назначим нового. Давайте от инфантерии. Этьен Жозефа. Так, ну и что тут у британцев-то осталось? Ну, это, понятное дело, покоцанные все отряды. Это свежие, которые подошли. Тоже посмотрите. Достаточно много они тут прислали. Это, по-моему, тот самый десант, да. Это тот самый десант, который был вот на этой флотилии. Ну и хорошо, что они выбрали не Ньюфаундленд, а именно, что решили усилить Пенсильванию. Так, ну поскольку здесь никого нет, я думаю, что Филипп Корнель может двигаться на Каюгу.
Да, мы будем двигаться на Филадельфию. Я даже, наверное, гарнизон никакой оставлять не буду. Тут мышь не проскочит. Атаки! Так, и поскольку десант маловероятен, мы можем, кстати, из Клебика тоже полк снять. Давайте тоже назначим здесь генерала. Луи Бернар Суль. Суль пойдет на факторию Магог. Ну вот здесь мы будем бить британцев. Как минимум заберу земли иракезов. Это как минимум. Так, а какие у нас там в обязательных-то идут? Так, Новая Англия. Угу. Нью-Йорк. То есть эти две нужно обязательно, да, забрать. Пенсильвания тоже. Так, а я думал, земли иракезов тоже там присутствуют, но их нету. Или так кажется? Да, их нету. Но в любом случае надо забирать. Так, может быть, даже вообще все тут заберем в Британии. Посмотрим. Так, ну, во Франции построил военную академию. Что это нам дает? Ну, мы здесь можем нанимать королевский шотландский полк, если вдруг он будет уничтожен. Франко-канадские следопыты. Не помню, были они, нет. Колониальные драгуны. Личная охрана генерала. Что-то у нас тут минус 3. Непорядок. Армию вывел, и сразу беспорядки пошли. Ну, наймем драгунов, что делать? Никак вообще, посмотрите, не идет наша религия. Ну и, наверное, потому что вот здесь находится Магавки, Богословский колледж. Ну, не вижу других объяснений. Почему, короче, не меняется. Так, ну тут что-то нанялось у нас, да. Так, в Карнатике появилась еще одна артиллерия. Так, Аркотская есть. Давайте еще Тричинополи, да? Ну или пускай она будет вся, короче. Аркотская. На паузе. Так, ну что, я, короче, еще две батареи сделал. Третью, четвертую. Аркотские, да, батареи. Сипай просто первый, второй, третий, четвертый полк. Батальон. Без названий, без полков будут, короче. Ну, это местные, как бы. Формирование. Закрываем порт. Так, ну и нам предстоит атаковать вот эту армию. Я думаю, вот с этого начнется 26-я серия. В любом случае, нужно дать бой. Oui, monsieur. Voile sortie. Tous à vos postes. Tous à vos postes.
pour la bataille. Давайте в Европу забежим. Тут кое-что поделаем. Война здесь закончилась у нас. Monsieur? Мы идем, соответственно. Грузиться на корабль в Адриатике. Эти, соответственно, гарнизоны останутся. Ну, давайте назначим здесь губернаторов. Эдгар Дрое. Клемон Гадено. Ну и пускай у нас генерал еще будет в Париже. Пауль Даву. Вот так вот. Здесь, кстати, можно нанять еще такие полки. Пускай они наймутся. Пока деньги есть. Так, здесь что у нас? Русский торговый флот. Да, в Европе у нас наконец мир. Ну как, мы сейчас плывем на всех парах в сторону Сирии, Месопотамии. Вроде на Ближнем Востоке нету боевых столкновений. Так, это раз. А где уже у нас второй еще? Вот второй. Да, я не вижу здесь пока никаких боевых действий, наверное, где-то вот здесь все. В любом случае, значит, первая цель будет Багдад. Нам нужно двигаться к Багдаду. Вот, ну а следующую серию начнем со сражения вот с этой армией. Давно мы ее видели на радарах. Пора ее обнулить. Артиллерийная 24-футовая пушка. Нормально. Как обычно, много кавалерии. Ну, нет у них, видите, предводителя. Пехоты не так много, но вот рукопашники пойдут на сближение. Это 100%. Вот, ну а за сим все. Слышимся завтра. А сегодня я вам желаю приятного вечера. Пока-пока.